Вы смотрите отзыв об отеле «Спутник». Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Sempre Allegra, который был в нем в 2012 году. Ура! Сбылась моя давняя мечта посетить прекрасный город Минск. Какой же это красивый, чистый, зеленый город. Мы просто влюбились в этот город, честно, впечатления самые положительные. Отлично отдохнули и развеялись. Остановились в отеле «Спутник». Бронировали номер заранее, списавшись с отелем по электронной почте. Номер чистый, мы были всем довольны. Завтраки не брали, нам они показались дорогими. Утром ели бутерброды с чаем и конфетки фабрики «Коммунарка». Приехали в Минск утром и провели там чудесные 3 дня. В первый день утром поменяли деньги, став обладателями парочки миллионов, поехали на метро на площадь Якуба Колоса, чтобы позавтракать в ресторане «Бистро Лида». Очень вкусно, сытно, не очень дорого. Были там потом еще несколько раз. Народу вечером там много, но нам там очень понравилось. Еще были в кафе «Безе», там очень вкусные десерты, молочные коктейли и кофе. Один раз забрели в ресторан «Старый город», там нам совсем не понравилось. После завтрака поехали в отель, заселились туда около 11 часов. Затем пошли гулять по городу. В Минске очень приятно гулять пешком. Просто неспешно прогуливаться, сидеть в парках на скамеечках, наслаждаться атмосферой города. Мы решили максимально долго погулять в первый день, так как была очень приятная погода. А на следующий день обещали небольшое похолодание, так и получилось, 8 мая мы немного замерзли. А 9 мая, наоборот, было очень жарко на солнце. Так, не спеша, мы пришли к городской ратуше. И вот нам открылся вид на Троицкое предместье. Мы решили покататься на катамаранах, и не зря. Нам так понравилось. Классное времяпрепровождение. Затем погуляли по Троицкому предместью. Красивое место. Как раз цвела сирень. Как же я ее обожаю. Затем мы посетили остров Мужества и Скорби или остров Слез. И отправились гулять дальше. Подошли к Большому театру оперы и балета Республики Беларусь. Прошлись по цветущему парку. Люблю весну. Подошли к зданию Белорусского государственного цирка. А путь мы держали в колесо обозрения. Очень хотелось на нем покататься. Сначала испугались огромной очереди, но потом оказалось, что очередь только на открытой кабинке. А на закрытой проходит без очереди. На открытой мы и не хотели. Ближе к вечеру мы поехали на метро посмотреть Национальную библиотеку. Несмотря на сильный ветер, мы решили подняться на обзорную площадку. Уставшие, мы поехали в отель и спали просто прекрасно. Устали. Во второй день мы ездили в Дудутки. Кстати, вот такие виды открываются по пути в Дудутки. Вечером снова погуляли по Минску. Такие красивые тюльпаны. 9 мая утром мы купили кое-какие вкусные гостинцы родственникам. Выселились из гостиницы в 12 дня, поехали на вокзал, сдали вещи в камеру хранения и поехали на Площадь Победы. В городе была такая праздничная атмосфера. Потрясающе. Затем мы прогулялись до костела Святого Роха. Потом мы пошли на военное кладбище. Мурашки по коже и ком в горле. Благодаря им мы сейчас ходим по нашей земле. После военного кладбища мы отправились побродить по улочкам Минска. Все такое красивое, все цветет и пахнет. Мы прошлись по Комаровскому рынку, посмотрели скульптуры и фонтан. И после мы направились к Троицкому предместью. Хотелось еще раз покататься на катамаранах. Но не получилось, были просто огромные очереди. Поэтому мы просто гуляли по старому городу. Вечером мы поужинали в Лиде и прошлись от площади Якуба Колоса до вокзала. На вокзале мы забрали вещи из камеры хранения, потратили оставшиеся белорусские рубли на воду и шоколадки. До свидания, Минск! В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.